как мы уже говорили во время химкинской и жуковской избирательной кампании, да, называется, что вот в том же самом Жуковском там находился большой институт ЦАГИ, который занимается самолетами, там, ракетами и все такое прочее, например, да. У нас создано таким способом устройство вот этих вот производств, которые делают ракеты, самолеты, что в одном ведомстве что-то изобрели, а в другом ведомстве об этом не знают. Поэтому мы хотели именно объединить завод в Королеве, Энергомаш в Химках и Жуковский завод ЦАГИ, чтобы не производить дурацкие ракеты, а делать моднейшие летающие тарелки. Вот, соответственно, летающая тарелка, она никак не может упасть, например, и она могла бы в космос выводить бы наши спутники, например. Поэтому в этом нет ничего удивительного, они как ракеты падали, так и будут падать.